отвечает нам и команда? Что? А, трое из них команда, а да. Из них команда. Жесть, во время присяги БТР переехал в десантник. Видел, да. Жесть. Наехал, блин. В какой стране? В России, блин. Причем его блин, вообще там чуть не убил. Прикинь, такая армия, там, короче, его это девушка, мать, короче. Отмечает, блин, его умственные способности и творческие умения. По другую сторону, говорит, телефоны. Умственные способности. Ну чё, куда? О, блядь. Я совок, я могу быть королем тут. Королем? Я направо. Пусть вон Вайс с Шейдом идут направо. Сейчас какой-то коварный есть? План вынашиваете, да, пока меня не было? Вайс, Вайс это. Топ-танк, Вайс. Чё? Он такой, ага. Чё надо, самолёты надо? Надо харить их. Харить, да, ну, бля, чё мне делать, Самар? О, блин, зря свали, потому что опять будет меня доводить. Говори. Ты скажи, ты будешь юнит вызывать? Говори, что делать. Просто бывает такой момент, свали, он неожиданно стоит юнит вызывать, и даже не предупреждает. Говори, что делать. У меня, кстати, маркеры пропали от этого раза. Мне нужно рашить на Бориса. И мы сейчас с тобой летим на этот город. И, кстати, мы можем самолет рашить, будем? Хорошо, где Борис? Парень, самолет берем. Туда же идет Шейд. А, это да. Я хочу высадиться вот в этом городе. Слышь, человек, не надо никого высаживаться. Иди Константина со мной, Вайс. Высадиться в городе собрался. Отсюда, короче, ехали техник. Вот сюда вот. Разный. И быстрый колонны, и не очень быстрый колонны. Я всех разбомблю и... А я хочу вот сюда высадиться. Пиши. Не надо туда высаживаться. Ехай техникой, блядь, я просто иначе не размикрю. А туда лучше я давай высадусь. Один... Вот мой супер план взял и забрал, ладно, хорошо. Можешь говорить. Точно? Да. Ты оставляешь здесь КШМ? Да. Ну чё дальше? Всё, а, погоди, мне звонит. Есть наборы, я побережье занимаю. Вот где вот видите. Да. Кусты, беру в кустах. Да, видишь? Добрый день. Я беру в самом начале 6 вертолетов. Да. Ой, 6 самолетов. Чтобы долго дома, да. Не затягивался. Долго. Возьми побольше реконов, Вайс, и побольше какую-то колонну, чтобы прям все это, что будет гореть на Федоре, прям чтобы все это. Пол девятого или 8? Так, я, наверное, пару вертушек возьму по воздуху. Возьми танки, ПВО, вот это все, чтобы просто въехать и убить все, что будет закидываться бомбами, чтобы мне постоянно светить. Понимаешь, да, на йоте? Угу. И смотри, чтобы тебе вот отсюда не въехали. Поставь что-нибудь такое, что можно... Парни, а у вас истребители, они где будут работать? Две лазури, вот над нами работают. Ну, меня явно будут сбивать, у меня а, у вас 6 бомберов. Понял, да, отвлекайте задачу. Да. А мы с Валей налево пойдем. Хорошо. Валь. Хорошо. Да. Валь. Если стартанем, ебак придет потом, когда меня высадят. А, я заблокирую тебя с атаки въезд этим одним огнеметным танком. Че париться? Хорошо. Так, что по командоскому? Вы берете правый фланг, да, командоскому? Там йоту и кость. Два вон огнеметных танков. Хорошо. Валь. Он на ФК? Угу. Он там топает, что-то он ходит. Ну, на Федоре, походу, будет замес. Хорошо, да. Ну, короче, Самар, там держитесь, пока мы не принесем свой. Да не, мы их сами принесем. Да. Валь, давай бери трэш на боре, ёпта. Город на боре вот это. Школа закончилась, а учителя до сих пор доёбываются.
Да пиздец, надо какой-то училке пойти помочь. И чего, пойдешь? Ну, блядь. Чем помочь, подождите? Чем бери, бери юниты, 7 секунд. Пойти чем куда-то. Да не ебу, как будто в школу пойти поехать, нахуя. Зачем? Валь, ты не взял ни одного юнита? Вот. Ты не на ту дорогу поставил. А на какую? Мы же на Борис едем. Все, заебись, не харь меня. Самолеты, самолеты налево сходу пошли. Саппорт выставку за 9 с вами. Не дано. Блять. Работает. Этот торнадо сдохнет уже наконец. Заходим на Борю самолетом. Все сдох. Нет, не сдох, сука. Лазурь, она не сбивает самолет. Нахай. Давай, давай, начинай. Вайс, работай. Вайс. А. Ну, как бы там, типа, вот. Колонна. Чап это я. Ну где там твоих. Ми-8 останавливай, стреляй по колонне. По колонне, срочно. Да, я понял. Понял тебя. Ми восьмым. Я просто, я сажусь как бы и стреляю. Нет, ты должен был остановиться, блядь. Там ПВО работает. Я, видишь как, я сажусь, стреляю, ёпта. Ёбок. Ой, я танки забыл отправить. Вот я умный. Лиджану мне помогай и бомбеж дерьмо все, да? Красавцы, все. Заебок. Заебок, кум. Бахни вот это в этом лесу, эту сам. На базу к нам проходит, ёпта. Какого хуя? Командирку убери кусты там просто. Ёбаный брод. Заедь на сантиметр ниже, опять вот. В поле. А нету никого там уже, все, все умерли. Нихуя себе, все умерли. Ёбаная... А бомбить, да? Ёбаная нахуй колонна, блядь. Бомблю, бомблю. Я вызываю просто этих. Светите, блядь, суки. Роланда в бахне. Да я не могу, я вижу этим помогаю, у них там жопа какая-то. Да все, мы уже заблокировали. ВЗ останови. Блин, Валь, ты вызвал самую ненужную хуйню. Блять, это не туда ехало. Я когда это вызывал, я не туда вызвал. Вау, ты видишь, это не туда. Блять, я тебе говорю, я не видел. Ну что там приехало? Занимая точка, я думал, это точка тех чуваков, которые играют. Блин, меня что-то выпилили мои. Саживайте, саживайте, саживайте. Ты там 102, ты убьешь его? Стараюсь. Нет, я спрашиваю, у тебя нас. Высаживай своих резеристов, прям сейчас тут орда. Блять, спросил 102, убьешь, блин, сука, ноль реакции вообще ответов. Что? Что? Где? Что, блядь? Сука, видели, блядь? На твоем фланге длиной 5 миллиметров, нахуй. Говорил, там будет супер бомбежка какая-то. Где? Где супер бомбежка? Да. Все разбомблено нахуй, все войска противника, которые приехали, все разбомблены. Говорит Тихарь мне. Блин, Валь, что-то мы чуть точку не ебали. Не, это хуёво, что мы вообще забыли про то место, что тебя надо, если что-то видеть. Что ж у меня там хоть что-то ехало? Говорит, не харь меня, блядь. Там я скажу, что там что-то ехало, мои войска убили всю вражескую армию. Человек. Не харь, блядь. Пидорас. Прекрати. Опять этот несчастный танк, блядь, этот меня. Блядь.
Валь, ты мне поможешь? Что такое? Кого? Хайлендеры там, да вообще нас штурмуют, пожечь. Погоди, не ехать танками, да я отбомблюсь. Слышь, Вайс? Да. Вайс. Когда ты харишь, ты меня пугаешь. Меня огорчает. Когда ты ракуешь, ты меня... Уезжай ты тут этими танками своими замечательными, красивыми. Все, зови на палму. Да что-нибудь там сейчас тебя захарит совсем. Бля! Так и знал, что это манда, блин. Сколько она стреляет? На 1900, что ли? Ребят, можно за свету продолжать давать? Чё ржёт, короче? Вали, вали, стейк. Жесть вообще, тонник не убил, блин, какой-то грёбаный Цезарь или что? Херню это. Принимает. Захар. Просто подка. Бля, фланг разрачивает, пока это жесткий. Почему твои пьюнити не убавят? Слыши, скажи ему. Ты чё, я там вызвал, блядь, звука. Раш века остановил. Какие юниты? Не знаю, что там въебывается, мы сейчас выиграли эту войну, Сейчас только меня перестанет харить. Вызывай ебаный торнадо, блять, надо сбить. Я сливаю самолет, и вот что меня расстраивает. Так. Ну, короче, весь этот трешек, который приехал на Харидан, я вроде бы зачистил. Теперь надо заниматься Иваном. Бля, сбили еще один самолет, ёпта. Да там в городе там столько сидит этих мудаков, ты себе не представляешь. Спать. Вполне может быть, потому что... Ты командирку могут убить там. Я знаю, блин, ну что мне сделать? Ты в город не лезь, у них там база, человек. Не надо туда лезть. Убирай БМП-3, нахуй ты ее вообще взял? Тут надо ПТУРы, блядь, было взять это ебучее здание. Блин, мы въебали. Второй выход. Мы выбили город, а сейчас мы, короче, забили на... Да мы не выиграли город. Мы выбили, город наш был. А сейчас что, сейчас они его займут? Да, потому что они поехали туда, и наши все силы переключились на базу. Убирай командирку, ее сейчас убьют на Navy Seals, быстро. Погоди. Так, все убираю. Быстро, с вами, что погоди? Все. Ага, у нас Боря просто пустой, абсолютно. Он был перекрыт этими, блять, вот этим... этим городом. Пока мы его держали, было все заебись. Надо талисман вызвать, тогда мы точно выиграем. Минус Скайхок? Нет, не минус. Что за злые у тебя такие ребята со стрелами и РПГ? Чувак, привет, в этой игре есть деки. Их открыли уже. По GB. Им, кстати, можно помочь бомбочками. Сейчас, потому, чуть-чуть потерпи, и все будет ровно. Потому что они хоть и злые, но не бесконечные. Нет. Так лучше? Да. Заебись. Вадь, да хватит, а. Дохните просто. Смерть вам тут всем. Тухарит, да?
Там справа давай, надо. Давай, что засовывай, Валь. Справа? А что у нас справа-то? Юпитер стоит. Ты можешь что-то сделать с этими, его, как они называются? С артой, с этой грёбаной. Да в рот её эту арту, ты чё? Ёбаный в рот. Ну всё, я отхожу тогда. Вот это да, это серьезная проблема. С ПВО я не знаю, как могу лежать. Ой, что это у меня случилось? Heavy Armored Abrams, у вас есть Мига 27-й? Давайте сюда. На Ивана, ну. Что? Да, это он сам с собой разговаривает. Миг 27, дайте на тап. Все понятно, без базара. Блять. Так что, мне к твоим Т-72 подгонять своих? Я не знаю. Нет, ты занимайся. Блять. Вот сюда надо бомбить. Бомблю. Ёбаный дизель то, блять, сука! Да, он. Он такой. Пехоты надо накидать, понимаешь? Пехоты. 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 Легко. Много. Ну, так, чтобы на всех хватило. Вот так пойдет? Смотри, а то сейчас разбомбят все это нахуй. Во-во-во, да-да-да, что-то в этом роде. А, вообще прикольно. Вдруг разбомбят вражескую тварь ебучую. Мы сдали точку, ты засек это? Ну, я знаю, блядь, и чё? Дим, ты вызывай. Вызываю. Ой-ой-ой, это было жестко. Дим, по-моему, уже у них бомбишь. Ну, блядь, они попросили одну бомбардировку. У меня был свободный бомбардировщик. И я им отправил. Нет, там еще там же, в том же углу стоит Роланд ебаный. Валь, это пиздец, мы проигрываем. Ничего нет. Ничего кого-то, хорошо там все. Че хорошо-то? Ничего там еще не хорошего. Че у нас хорошего, да, нет. Ну, сказали, что почти выиграли игру. Ну, сейчас мы Федор займем, просто этот чек вызывает только один юнит, СУ-100. И ты 90. Ну поэтому как бы пока еще продвижений нету. СУ-100 сейчас в этом бутылочном горлышке умрут все. Нахуй ты туда съезжаешь, животное, блядь. Вась, ну реально, что ты делаешь, блядь? Что за твою мать? Зачем ты решил съехать? Хочешь убить танк за 200 поинтов, да? А, нет, не 200, это морал. А, это хачик, ну короче, не надо тебе туда съезжать. В любом случае. Ну какой-то другой, короче, хач там. Хач-танк. В любом случае, это не то, что нужно делать, да, с хач-танком. Ты ебанутая карта, давайте больше не будем ее играть. Видите, вот хорошая карта, ты ебанутый. Я нормальный. Нормальный. Почему ты поставил 90 туда, где вот у противника, скорее всего, бегает пехота? Никто там уже сейчас бегать нигде не будет. Там все будет сейчас систематически умирать. Систематически. Харит. Вот. Они харить, да, они все будут. Вайсы уже сами заебали. Друг друга харить по откату. Бля, это дура мне сейчас замочит мою БРДМ. Давай, 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 ну. Красава, зарулил. Да. Да. Ребят, можно как-то убить вот харящую эту хуйню? А-эй-а-эйч, ну, ковру, короче, ёбаную. А, все, я убил его. Наверное. У них там нету ничего. Садись и бей, да, блядь. Садись, блядь! Садись, блядь! Да, сел. Не кричите так жестоко, ну чё. Ты себя командир-то опять на Иване прогонит. Чем? Там опять лес зашло, а. Марина. Ну блять, юбеи идут. Блин, эти иглы, короче, меня подставляют из игры в группу.
Да, и ты промазал, отлично. Валь, убирай командирку быстро, быстро марш направо. Направо? Маркер поставь. Все, вызываю командоску. Не-н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 е-
блять. Полезли тараканы. Так вот этот сошляк был. Не показывай свои видосы никому, это полный пиздец. Бля, да убейте эту. Бля, ну Валь, ну мне вырезать сейчас, как все понимать. Блядь, Торрес, вот сука. Бля, Торрес убегает от этих педик. Так, заряжаю. Ураган. Бамс, бэмс, 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 бэмс. Ты Саша, давай. Где? Или Джан, ёбываешь, это пиздец. Ладно. Ну и чё, ты тебя прислил 100 поинтов. Сколько? 100? Ну нам точку пронесли, мы проигрываем, алё. 65. Мы проигрываем в клуб. Да и чё, блядь, похуй. Давай ещё выиграем. Ты свали на счёт, Ши. Чё, блядь, соберёмся. Валь, хорош у тебя свою улыбочку. Ебаный. Куда-нибудь убери. Я просто хай. Вась, закидывай их. Не, мы их тут захарим, конечно. Может быть. Слишком много напалма, нужны ПВО. Просто, ребят, мы реально на начале... ПВО тут 8 отрядов ПВО. Больше ПВО просто не бывает. А ребят просто... Проблема в том, что тебе надо вытащить свой Т-90 вот сюда. И тогда все сразу... БМПТ. Объектики. Самара. Сейчас я тебя заряжу. Сейчас погаснет огонь, надо туда еще пехоту. Она, кстати, теперь не такая пиздатая. Просто мы начали с самого начала хуйню делать, конечно-то я виноват, что мне позвонил. Прогонить, надо прогнать их командирку нам просто с Федором, мы никак не можем это сделать, потому что человек не понимает, что происходит. Его харит. Да-да-да. Просто, блядь, Самара мы пропустили на Иване, вот это нелепое... Атака на базу, блин, без никаких препятствий. Если бы этого не было. Так, да? Ну да. И мне нахуй расстреливают все танки. Блин. Ну те же там торы есть. Ну чем ты взял объекты? Это же по моей области. Взял бы там один танк нормальный. Вау, ты догадался вызвать самолет. Не может, да блин, сука, нахуй да быть, я блядь. Был, я. А, это Самара сделал. Да. Ты же так не догадался. Все харился, да, и никак. Пиздец, это вообще просто. Я говорит, харит это все, блядь. Пиздец. При всем уважении, ну реально нельзя было так сделать час назад. Нет. 20 минут. Ну почему? Ну было бы не так прикольно. Говорит, харит его, блядь. Ну да. Не по-детски. Yes. Я стреляю по Ере. На, бля. И Самара зафра... За... Опа, топовый танк. А, нет, не топовый, но тем не менее. Самара за фрагами прилетел. На. Бля. Ребят, может кто-то вот налить вот сюда напалмы или что-то такое, чтобы они тут не лезли такими тысячами? Угадай, кто это может сделать.
Правильно. Кто угодно, но кто-нибудь сделайте это, потому что меня это уже начинает харить. Да Валентин. Бля, ну пиздец, мы тут ебываем. Там чистый макаринский. Смотри, смотри, что с ним сейчас будет. Ну это такой в бочину сейчас влетит. Блять, не влетело. Влетело, блядь. Тело не влетело. Ну этой пиздой выстрели ему в жопу, ну! Оно целится! Да давай! Еще раз назад глючит. Родной, родной, стреляй! А, все. Давай, 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 давай. Да! На пол хп. Все. Он делал свое дело. Не, это пиздец. Бля, щи какой. Так, они опять поставили командоску. Нет, а, да. Так, куда ёбнуть? По голове. Себе желательно, блядь. Противник тоже хуйню делает. Почему ты знаешь танки, чтобы штурмовать лес, Вась? Я никак не могу понять. Ну разбомбите, пожалуйста, кто-нибудь этих ёбаных саперов. У меня кончик самолет, я играл в начале. Делаю, делаю. Парни, мы так ведем таким темпом. Все, да, вместе с командиркой, которая стоит либо здесь, либо вот здесь. Смотри, Самар, ну ты понял, я Шейду помогал. У меня нет самолета. Нет, брат, да. Нет. Я командный игрок. Тебя убивают в игру твою. Сказал бы раньше. Че, отбомбился? О, я захватил. Не чинок, но все равно пойдет. Самара, тебе нужно топливо? Да, веди мне его сюда на это, на Ивана. О, спасибо, мам. Ну че ты там, Самар? О-о-о. Не, ребят, меня это начинает уже парить, то что, ну, как бы. Мы не можем убить эту командирку, никак. Да вы только подсветите ее. Ну как я ее подсвечу? А вдруг она тут, тут же реку, вы же реку не профорсируете. Куда? Не тут, а вот на Федоре. Но на Федоре. Федоре командирку убить не можем, вот что печально. Можно узнать почему? Я не знаю. Там сам хотел бы выйти. Проведи аналитику. Ну что харит, видимо. Блять. Слава дня, короче. Да. Поздоровался, короче, ну поздоровался. Такие центральные, центральные русские. Москвичей, короче. Так, и да, мы ее нашли. Она там, где я думал. Там, где думали. Там, где она могла только быть в одном единственном месте, она именно там и оказалась. Наконец-то теперь мы побеждаем, ребят. Ура! Вас финдеры бегут, разведка, мочи ее. Окей. Чудовище. Смотри. Тебе не нравится. Как ты сказал? Все, все, не нравится. Не нравятся подфиндеры? Подфиндеры. Тогда пусть они выжрут БМ-24. Давай. Мед, разбомбите нам всю эту ёбань ихню. Да! На, блядь! Валь, хорош. Что такое? Хорош такие звуки произносить, издавать. Что нужно? Понял, высу. Бомба, чтобы вот это все, всю вот ту часть леса, где они ползают, нахуй. А пехота, чтобы, блять, как бы, вот. Бомба будет, а пехоты нет, потому что Самар опять скажет, что я играю не на своем фланге.
Даже две бомбы. Смотри. Бля, ко мне леопард 2-1. Блять, и мимо. Блять, мимо. Угу. Вайс, там Т-90, кстати, есть. Так, на секундочку. Я понимаю, что он не с полным БК, но он тоже как бы тоже может стрелять. Воевать. Да. Ну, ребят, реально, нам нужно здесь помогать, потому что. Здесь так. Практически победа. То есть он и на СВТ перегреваются на башнях моих танков. У нас плюс 3. Хорошо. Да. Еще бомба. Бомба? Да. А, никуда. Ну что делать, ты пиздец? А, я байчу, ты понял? Я байчу на Фантом 2. Бейтишь? Да, это байт. Притом профессиональный. Мой-то истребитель выжил, а Фантом-то пострадал. Ну че здесь играть, блядь? Фантом пострадал, а 3 Фантома были убиты моими. Да. Я же говорю, это профессиональный варгейм, чуваки. Разводим пацанов. Беспортсмен хуев. Вы можете убить этот грёбаный вертолет уже наконец? Меня хавит. Нет, кстати, вертолет реально заебал. Я его сейчас с РПГ пойду расстреляю. Давай, расстреляй. Вдруг он харить будет. Это, Вась, ты 90 не двигай. В смысле, далеко не уводи. Справа движуха нас облетает, Линк. Я его сейчас буду заряжать. Линк справа облетает, командир сейчас вам запишет. О, кстати, да. Все это очень, очень реально, потому что... Потому что командирка-то не задефлена. По ГЗ-80-то никто не вызывал. Валки. Азазы. Ты сейчас БМ-24 выпилит, Валь. Там вон танк. Чей? Привет, Валь. Так защищай, блядь, у тебя ж там пламя. Как? Я не могу переплыть, не можешь переплывать. Я подправлю тебя там. Ну ты послал не через кусты, я послал по полю, чтобы слиться. Отлично. А, этот БМ, да это до БМ еще не знаю, километра. Километра 3. Во, все, время для Т-90. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Время для БМ-24. Защищай командирку, я пока тут займусь чем-то. Т-90, мазафака. Полезу. Смотри. Там. Ду, блять. Не, ребят, эта игра, она просто очень тупа. Просто за всю хуйню. Смотрите, что сейчас происходит. Сагай атак. А, я помню. Там тактическая атака, да? Блять, вы ТУ-90 въебали. У вас вот здесь есть икон справа от кости в доме. Джаггеры там. Нас? На базе, да. На базе у меня? Да. Че у меня там на базе? Справа рекон. У меня маркер удалил, если не могу поставить. Там и справа у вас домики за речкой, за горой. Там у вас убили за деревом. А, вижу. Ну, короче, это не моя проблема, пускай я разбираюсь. Пизду. Бля. Домик за речки, маркер поставить не могу. Что такие трудные, ебать? Нахуй, если так всех харит. Лисицин, прикиньте, летчик лисицин в этом в Т-90. Смотрите, пилот. Дай заценю. Дай маркер. Вот. Видно что? О, да. Лисицин. Как песня, блин. Кто высаживает Ми-8 на
в самый передовой фланг. Вайс, что с тобой сегодня? Харри пью. Да их нервы не припёрли, Юрий. У нас у всех немножко истерика. Ну чё там, долго еще? О, смотри, смотри, мы сейчас командоску будут убивать, наверное. А, нет, не будут. Бля! Какие-то тактические напалмы. Тактически, не тактически, только что убили все мое ПВО. Тактически. Бывает чё. Ну, Самара без ПВО, второй день играем. Почему? Блин. Типа не нужен? Нет, это Валь так считает. Вот всегда. Ну если говно, говно играть, то ПВО действительно не нужно, мне просто только деньги тратить. Какая разница, ну все твои юниты под слив, какая разница, что их убьет? Че у вас противник делает? Зачем он все берет в стак, да? И посылает на смерть? Какая-то тактическая атака? Да, психологически. Вот, смотри, смотри, сейчас все это будет въезжать. Чудная попытка въехать. А, может они делают типа забор из трупов, да? Техники. Да, да. Чтобы не смогли проехать. А в Туране так стали тактически, что убивают БТР. Во, смотрите, 8 центурионов. За 15 поинтов. Пух! 70. 6 центурионов. Бах! 5 центурионов. 4 центуриона. 3. Они убили мне БТР. 2. Бля, у меня все перезарядки. 1. 0. Т-34 напугался. Смотрите, там ягери вазят. Ягери? Угу. Ягери. Трим, пизда. ГС есть. А, не, не пизда. Вертолетка. На всех убьет. Бля, жалко Лириана. Да, конец, блять. Ах, кто сколько набил? Сразу видно, кто вала ебал, короче, а кто играл. Да. Вала ебал, видно, короче. ГГ, чё? Валя.